Так, друзья, мы с вами продолжаем наше шлындание. Господи, ты кто, человечище? Шлындание. А мы приехали в горный парк Русхиалу. В прошлом году мы здесь были, но мне кажется, мы влог не писали, когда мы приезжали в Питер на день рождения компании. Наш пикидац. Ты в телефон смотришь, я не понимаю, ты разговариваешь со мной или ты... И мы топаем за билетами. А, завтра плывем на Валаам и Ладожские шехеры. Могу ошибаться в названии, там, да, в ударении. Это мне можно. Дмитрий Юрьевич, наша банда-команда топает. Идем сейчас за билетиками. Народу очень много и тепло, кстати. Если обратите внимание, вот я с голыми ножками. По плану, нагуляться. Да соплей нагуляться. Так, где-нибудь вкусненько пообедать? Русхиале есть, где вкусненько пообедать? Саша, цыц, не подходи к чужим бибикам. Да нет, Дима, пленки закатывай. И потом уже вернуться домой. Завтра утром вы с нами отправитесь еще на Валаам. Машин полно. А, не, мы же еще сегодня водопады заедем. Поэтому вы сегодня с нами гулять будете много. Как Дмитрий Юрьевич любит говорить. Дмитрий Юрьевич, что ты обычно любишь говорить, когда надо обзор начинать садиться наш смотреть? Свободу Анджелы Дэвис. Печеньки. Еще супчик. Еще. Супчик. А, у него новенькое появилось, супчик. Дима что-то подустал слегка, поэтому не обращаем внимания, что он нет. О, не, поезд приехал. Не бодр и весел. Сейчас раскачаемся. Мы сейчас его раскачаем. А, дайте, вот почему я вот такой вот. Ну, почему? Я не бодр, не весел. Вот я за сколько мы в Карелии? Третий раз. А, мы в третий день. Третий день и третий раз. Знаете, как я эту Карелию оценил? Я ее больше ценю, чем Черное море. Из-за того, что тут очень спокойно, красиво, умиротворенно. Тут как раз тише, надо поеду отдыхать. Не торопиться. Тут нет шашлычного рая в сезон, да? Вот где-то, куда ни денешься, всегда пахнет шашлыками. Шашлыков да нет. И, кстати, вот мы, именно, даже, мы их даже сами не жарили. Да, именно. Кто хочет прям вот по-человечески отдохнуть с природой наедине, езжайте только в Карелию. Ой, я вас сегодня, знаете, куда свожу? И покупайте всегда билеты в декабре или в январе заранее. Ну да, мы в феврале бронировали жилье, просто... Ну... У нас чудо-оператор. Кого снимает? Зачем снимает? И чудо-оператор. Вопреки. Всему. Все, мы пошли за билетиками, дальше уже включимся в самом горном парке. Кстати, мы там уже были, ребята у нас идут первый раз, и посмотрим, что изменилось с осени. Так, ну что, привет, Русхиала, версии 2.0, лета 2024 года. Из моментов, мы хотели посетить горную Русхиалу, билеты заранее, сильно заранее. Вот мы приехали в 2, и билетов, например, нету уже, только ближайшие на 6 вечера. Мы поняли, что 4 часа мы здесь, ну, не прошлендаемся. Либо, скорее, если прошлендаемся, то очень устанем. Поэтому мы решили отдельно потом приехать еще на подземную Русхиалу. Поэтому сейчас мы идем просто гулять. Покажу вам, сколько народу. Ну, народу увидели, сколько по машинам. Кстати, это здание новое. Мы там строится, осенью его не было. И в планах, ну, соответственно, пообедать здесь. Без этого никак. И хотели вроде покататься по каньону. Посмотрим, что из этого выйдет. Идем гулять. Ну, вот, в прошлом году завод нет, закончил, и он работал вплоть до 90-х. Так. Мы дошли до первого места. Здесь безумно просто красиво. Дима ребятам проводит инструктаж, экскурс. Мы дошли до одной из самых красивых смотровых площадок. Смотрите, чтобы у вас был ориентир, кто поедет первый раз. Это такой, да, условный амфитеатр из лавочек. И вот здесь прям красиво-красиво. Люди кричат, которые на зипланах катаются. Поезд. Кстати, именно здесь добывался мрамор до Исаакиевского собора. Но вообще можно очень много почитать. Я рекомендую все-таки, прежде чем ехать, обязательно почитайте информацию о месте, об истории. Ну, тогда будет понятней. Момент добычи ее оттачивали постоянно.
Кстати, вот здесь очень классно просто посидеть, отдохнуть, понаслаждаться воздухом, видом, потому что экскурсии здесь проходят быстро. Они подошли, посмотрели и ушли. В основном здесь отдыхают те, кто без экскурсии. Я не люблю, честно, экскурсии. Несколько раз пробовали эту историю, но мне больше нравится самостоятельно посмотреть, погулять именно в том формате, в той скорости, в которой комфортно. Даже, кстати, на Валам завтра едем без экскурсии. Идем дальше. Летают очень наглые чайки. Кстати, чайку очень много. Надо сегодня поснимать вам, прогуляться с вами до попритни, такой попритни, где я на лавочке сижу, водички ножки мочу. Там чайки по вечерам просто устраивают какой-то кардебалет. Смотрите, какая красота. Вот, когда меня спрашивают, Таня, что ты имеешь в виду под карельской сказкой? Почему Карелия сказка? Вот для меня вот это, вот там мхом покрытые камни, это сказка. Красиво. Ландыши наверху растут. Мы идем дальше. Кстати, по всему парку вот такие указатели. И самое главное, важно с собачками. Dog free. Мы идем, здесь будут разные лавочки. И в том числе одна определенная лавочка, где Дима будет покупать подарочек. Не мне. Здесь же из камня. Сейчас поднимемся. Очень много разных фигур стоит. То есть там все это из мрамора. Различных скульпторов. Безумно красиво. То есть мы, получается, пойдем прямо вот, ну, по самой мраморной горе. Гора называется Белая. Ну, что логично, мрамор-то белый. Смотрите, мы кого нашли. Ех ты. Как классно кусает. Ядра чистый изумруд. Слушай, как почти. Как из сказки. Она ручная? По цене, да. Она ручная? Нет, это обычная лесная белка. Она дикая. Просто приходит в гости. Просто приходит в гости. Обалдеть. Какой ты красивый. Не надо так. Да, там может цапнуть. Да. Если что-то и давать, то только с орехом. На, забирай. Забирай. Что ты хочешь? На, тогда. Мы здесь в прошлом году покупали несколько сувениров. Все одариваемые были довольны. Здесь очень нравится. Здесь такое красивенькое. Так, ну что, мы поднялись, сходили в любимую лавочку и идем гулять по Белой горе. А сейчас Дима опять будет ругаться, что у меня пальцы в кадре были. Вот такой красивый, вот этот мне больше всего нравится. Пойдемте. Смотрите, какая красота. Дим, там ребятам экскурс делает. Слушайте, а зимой здесь были таблички, автор и название скульптуры. Я сейчас не вижу. Хотя на некоторых есть. Вот эта голова новая не была. Так, это кто? С одной стороны, как будто бы кто-то из ученых, но вряд ли, потому что косицы заплетенные. Очелье. Да, это женская голова. А, вот. То есть начни работать с этим камнем и из него что-то. Смотрите, какая красота. Прям в самой породе. Не отдельно вытащенная. Интересно, будет Дима летать или нет? Нет, коптер у него с собой. Мы, в принципе, в середине парка Рускеала.
здесь зону, назовем его фудкорда, магазинчики, кафешечки, ресторанчики, дайвинг-центр, красивые собачки, огромный туалет. Дмитрий Юрьевич, зараза, никак не бросит курить. И потом мы пойдем вниз спуском вдоль озера и выйдем к шикарному Рускеальскому экспрессу. Но сначала мы зайдем вот сюда в лавочку, что-нибудь, наверное, еще посмотрим. И у всех есть дикое желание, просто дикое желание съесть местного карельского мороженого. Этого мы еще не делали. Калитки мы ели, рыбу ели, уху. Дима, как вчерашний суп назывался? Лах? Понятно. В общем, такой финский вкусный суп с рыбой, с икрой мы вчера съели, а вот местного мороженого мы здесь еще не ели, да? Мы еще где-то наверное, наверное. Да, поэтому мы сейчас пойдем. По-любому, сейчас где-то он есть. Твой нос чует мороженое? Чует. Какое? Слышное. Все, мы пошли искать, а вы с нами дальше продолжите гулять. Все. Алён, ты не попадаешь в кадр. Мороженое, покажи. Покажи мороженое. Нет, сначала покажи мороженое карельское, тра-та-та. По всем стандартам и канонам. Разворачивай, считаем состав и производителя. Для детей. Почти в Саранске. Зачем вы ездили сюда? Приятного. Аппетита. У Димы два мороженых, а у меня две калитки. С брынзой и с морожкой. То же самое. Город Заволжье. Да. Так, мы пришли на следующую локацию, у нас возник момент. Мы все хотели с ребятами покататься на красивой лодочке, но не очередь, а нужно покупать билеты заранее. Заранее билеты, сильно заранее, причем часа два с лишним нужно ждать. И мы решили сделать так, приехать сюда еще раз, посмотреть горную часть Рускеала подземную и покататься вот на этих лодочках. А сейчас пока стоим, любуемся видами. Что, направо-налево. Вы знаете, что мы нашли, помимо сидящего Саши? Мы нашли почту России. И она реально, похоже, действующая. Да. Слушайте, реально действующая почта. Вот вдруг кто-то будет смотреть канал, кто местный. Ребят, зачем она здесь? Ну, здесь местные жители живут или что? Потому что мы проезжали, видели... большой этот, ну, большой сам поселок, да, Рускеала. Закрыто по техническим причинам, это вот вход. Да. 7 и 8. Не работает. Thank you.
куда идем мы с пятачком? Идем в сторону, конечно, подземной Рускеалы. Теряем сопли слюни, потому что до ближайшей экскурсии больше 2 часов. Но мы реально столько не нагуляемся. Кстати, девочки и мальчики, не совершайте малыш. Сюда только кроссовки, либо кроссы, ну там, не знаю, сандали на толстой подошве, потому что Галечка, вот я сейчас понимаю, что ножки болят. Потихонечку спустимся вдоль подземной Рускеалы и входит туда, да, и спустимся уже потом к месту, где останавливается поезд. Там еще потусим, посмотрим. Ну, в принципе, мы прошли парк. Где я вам показывала, кафе «Лето» называется. Ребята ели все мороженое, я ела местные калитки. Одна с морожкой, другая с сыром. Очень понравилось, вкусно. Начинки столько, что в раз 15 меньше, больше, чем тесто. В общем, все счастливые и довольные, надышались свежим воздухом. Уже такое-то легкое полумытное состояние. Карельские березки посажены. И все-таки здесь классно гулять. Цивилизация. Саша, ну набирай в карман, ну набирай. Мелкий клевер. Мелкий клевер, да. Его можно использовать как газон, его использовать. Красявушный. Я Диму уговариваю посеять клевер, он пока... Да. И газончик. Да, Дима? Посеем клевер? Посеем. Прямо да. В класс сейчас вырезать отсюда и домой. А зачем он семенами продается? А вот здесь, господа, как раз горная Рускеала, куда мы в следующий раз с вами попадем. То есть вход в подземелье. Ну, сейчас выясним. Да. Мы дошли до места. В прошлом году мы здесь тоже гуляли, были. Прозрачнейшая вода. Мы как-то идем не в ритм, да? Я только подошла, вы уже убегаете. Прозрачнейшая вода. И утки. Кря-кря. Ебейшая глубина. Вон видно дерево на дне. Ох, Димка замучается запикивать тебя. Ну да. И что-то плавает. Ой, смотрите, там диванчики, столик. Какая интересная плавучая штучка. Можно добежать по воде прям. Это только быстро. Да. Вода какая гладкая, красивая. Не знаю, где Дима летал. Сейчас опять куда-то ушел летать. Очень красивый. Знаете, вот если идти, это получается, ну, такой, да, условно, небольшой каньон с уточками. Ну, как сказать, небольшой. Вот туда глубина. Там мы стояли с вами снизу. Поезд ругается. А я выползаю из корешков. Мы сегодня еще планируем заехать на водопады. Дима называет водопады с комаром. Это такой комар деревянный, красивый. Запомнились с прошлого года. И с учетом того, что в доме оснащен очень красиво. Хорошо, кстати, классная духовка. Сегодня пекла шикарную просто творожную запеканку. Мы решили побаловаться исключительно уникальной Диминой безумно вкусной пиццей. Очень надеюсь, что Дмитрий Юрьевич на это хватит сил. Он не знает, о чем я сейчас говорю. Он будет смотреть это дома в записи, монтировать. Поэтому очень хочется Диминой пиццы. Она реально вкусная. Дима, бывший повар, хотя бывших профессий не бывает, помогал Саранске, работал шефом запускать одну из первых шикарнейших просто пиццерий. Ну, там потом, после того, как Дима ушел, дело не пошло. Это уже другая история. В общем, пиццу Дима делает божественно просто. Вот, я очень надеюсь, что мы сегодня ее сможем покушать. Знаете, что случилось? Я кубара заела, пока с вами болтала. Пойду откашливаться. Мы решили все-таки попытать счастье и увидеть ретро-паровоз. Вообще решили, что мы на нем приедем из Сартовала сюда по ценнику. По-моему, 2000 от Сартовала до сюда, Рускеала, прокатиться на этом паровозике. Ну, туда, обратно. 8-16. Правильно посчитал, да? 16 тысяч на четверых. Надо подумать. Идем. Ножки плачут и страдают. Кстати, комар был успешно съеден. Было безумно вкусно. Пришлось покашлять, попить воды. Ой, смотрите, какая красота. Я, как понимаю, вечером все это с подсветочкой. И на каждом фонарном столбике написано «Рускеала». Ну, я не знаю, как правильно назвать резку по металлу, но, в общем, вырезано все это очень красиво. Идем. Дима уже ушел туда. Я не знаю, как это будет в монтаже. Возможно, вы уже видели, как он летает над окрестностями. Так, ну что, мы дотопали. Кстати, я выяснила, здесь кусаются не комары, здесь кусаются москиты, мошки, короче.
маленькие, мелкие, паскудные и очень болючие. Все чешется, потому что меня укусили прямо вот туда, назовем это. Так, мы пришли. Будочку, где тоже можно купить дополнительный билет, если вы вдруг приехали поездом. Карта парка. И идем искать самое волшебное место для любого человека. Я думаю, все догадались, какое самое волшебное место после того, как ты долго ходил ногами и как хочется до него уже добежать. А вот прямо по горизонту я его уже вижу. Пойду найду своих гавриков, ибо где-то они здесь, все трое. Ругаются. Какой ретро-поездок. Ух. И горит, и парит, и варит, и жарит. Фактически одна из местных достопримечательностей. Обкакаться можно. Орёт дурью просто. Че, обосракались? Нет, я да. А, какая красота. Сейчас эта красота народ в сортовалу повезет. Nope.